Дорогие друзья, продолжаю выполнять свое обещание по поводу рассказов о городах Азии и Европы. Начну с городов Азии. Это город Алматы. Мы находимся в красивом месте, где сейчас очень-очень многолюдно. Очень-очень-очень прямо многолюдно, но и неудивительно. Здесь красивые фонтаны, здесь цирк, рядом парк аттракционов, на самой вершине которого сидят люди, которые сейчас будут падать вниз с диким криком и визгом от удовольствия. Я тоже так хочу. Но, пожалуй, не сегодня, потому что времени не слишком много остается. Очень скоро выступление сегодня вечером. Ну, а мы продолжаем с ребятами гулять. С теми самыми, которые смотрят мой канал и ставят лайки. До новых встреч на канале!